о том, что, как и бывало раньше, такие серьезные вопросы выносятся на комитет совершенно неподготовленными. Значит, при представлении данного проекта на комитете по бюджету не было ни одного аргумента достойного, ни одной цифры мы не могли получить ничего. Значит, всегда, как это у нас уже принято, сам дурак. Давайте, главное успеть до сезонных пожаров. Слушайте, ну, Андрей Геннадьевич, ни от зама профильного, ни от разработчиков мы не получили ответ ни на один вопрос. Я считаю, что, ну, это просто недопустимо. Такие серьезные вопросы вообще никак не согласовывать, никак не аргументировать, никак не считать. Ну, вот собственно, и все. Это ужасно, поэтому я считаю, что вообще не стоило даже выносить его на сессию, этот вопрос. Ну, а раз уж вынесли, вот я тоже как бы не удержалась и хочу свое мнение об этом сказать.